И возвращаясь к космической теме, за первым спутником следила сотня наблюдательных станций по всей стране, а самым зоркими оказались краснодарские астрономы. Они базировались на крыше клуба строителей, это на Рашпилевской и Чапаева. Станция впоследствии стала одной из лучших в стране. На что потратили гонорары от наблюдений за спутником и какие сейчас делают открытия наши ученые, расскажет Дарья Безинская. Неприметное с виду здание хранит память о событиях 1957 года, когда запустили первый искусственный спутник Земли. Краснодарские астрономы были одним из первых, кто отслеживали его движение по орбите. Именно с крыши этого дома, потому что здесь находилась станция оптических наблюдений. Дорогу в космос помогали прокладывать ученые педагогического института. Студенты и преподаватели физико-математического факультета с радостью откликнулись на предложение работать на станции, которую открыли за 2 месяца до запуска спутника. Уже 25 сентября успешно провели репетицию наблюдения, тренировались на летящем ночью самолете. А в день Х, 4 октября, все прошло гладко. Правда, видели в первый день, как оказалось, еще не спутник. На самом деле, первый спутник тогда еще не был виден. Такое было его расположение. Была видна только первая, последняя ступень этого ракетоносителя, который запустил спутник. Спутник затем показал себя астрономом позже, но и первый отчет краснодарцев стал мировым достижением. За отличную работу всех 12 наблюдателей наградили почетными грамотами и премиями. Деньги, кстати, потратили на поездку в Крымскую обсерваторию. Спустя 1,5 десятка лет и Краснодарская станция стала обсерваторией, а педагогический институт – Кубанским государственным университетом. Все фотографии, документы, телеграммы с вычислениями до сих пор хранит Александр Иванов, заведующий обсерваторией. Он работает здесь почти 40 лет, как и многие его коллеги, которые каждый день делают сложные расчеты. Были программы, связанные с внештатными ситуациями. Ну, в том числе, вот сейчас выходит фильм «Салют-7», в котором показывают историю наших космонавтов, которые спасают эту станцию. Но для того, чтобы подойти к любому объекту, надо знать его траекторию. Сход советского спутника, который упал потом в Канаде, нужно было провести его точные наблюдения, чтобы знать, куда он упадет, и предупредить государство. И сейчас сотрудники обсерватории следят за возмущениями Солнца и астероидами, которыми так привыкли пугать в желтой прессе. Среди штатных астрономов и Виктор Иванов, сын Александра Иванова. Говорит, вместе с отцом часто выезжали в горы, изучали звезды. Детское увлечение переросло в хобби, а потом и стало профессией. Кроме солидного опыта, у продолжателя династии астрономов есть еще и современное оборудование. Новый ректор и наш декан решили все-таки усовершенствовать, усовременить обсерваторию. Все-таки это направление очень интересное, перспективное. Было поставлено оборудование, большой полуметровый телескоп, благодаря которому мы смогли открыть новый астероид в 2012 году. При наблюдениях кометы попал как раз в поле зрения астероид. Отец и сын Иванова со своими коллегами постепенно создают музей при обсерватории, собирают архивы, стряхивают пыль со старинных бинокуляров и зарисовок от руки звездного неба. Ведь все это часть большого прошлого, которое приоткрыло завесу будущего. Дарья Безинская, Михаил Дроздов, Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар».